Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов GrandStar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для взрослых. Это костюм Снежной Королевы. Вот так вот выглядит в запечатанном виде у нас в индивидуальной упаковочке. Упаковочка уже у нас с ручкой идет. Очень удобно таскать, то есть даже пакет можно не приобретать. И он на молнии. То есть поносили и аккуратненько убрали. Он у вас лежит, никому не мешает. Вторая у нас визитка интернет-магазина GrandStar.ru. Давайте рассмотрим костюм Снежной Королевы. Данный товар очень хорошо берут детские сады, школы, так как мультик и сказку Снежную Королеву знают и взрослые, и дети. У нас в товаре подъюбник вот такой вот. Он раскрывается большой, будет пышный подъюбник на резинке. Ну, он просто обычный белый прозрачный. Я думаю, что его можно не скрывать, потому что он будет вот такой огромный. Ну, в принципе, обычный белый подъюбник. С ним будет платье очень пышное. Далее в комплект у нас входит головной убор, то есть корона. Вот такая вот корона из блестящей ткани. Посмотрите, вот так вот это выглядит. Сзади корона у нас идет на липучке, то есть большая длинная липучка по голове, вы ее можете регулировать. Вот такая вот объемная большая корона. Вот так вот выглядит. Далее в комплект у нас входит кофточка. Вот такая вот кофта. Здесь идет большой у нас воротник. Посмотрите, цветной. С серебристой вышивкой, как он красиво переливается. Сзади воротник у нас просто атласный голубой, а вот стоечкой вот так вот он делается воротничок. Кофточка у нас идет на пуговичках, на кнопочках, вот такие вот кнопочки. Здесь блестящая ткань идет серебристая. Длинные рукавчики, вот такие вот рукава сверху, они идут прозрачные, и потом такая же серебристая ткань идет, как на воротнике. Вот такая вот блестящая вставочка ткань. И далее вот такой рукавчик у нас тянется. К кофточке у нас пришит такой вот фатин. Пышный, белый, голубой. Посмотрите. Это поверх уже юбочки будет идти вот такая вот ткань. Пышные. Но это все разглаживается. У нас они просто сложены и лежат в упаковке. Сзади это выглядит вот так. Я вам покажу. Вот так вот красиво расправляется по талии. И вот тут вот и блестящая ткань с пайетками. Такая плащевая ткань серебристая. То есть это вот так вот пышно будет на юбочку. По спинке у нас идет вот такой вот, как корсет на шнуровочке. То есть здесь вот петельки можете регулировать, шнуровать, как вам удобнее. В комплект уже входит голубенькая шнуровка. И переплетаете, затягиваете так, как вам удобно по ширине спинки. И, конечно же, в комплект входит атласная голубая юбка. Вот такая вот юбка. Юбка на резинке тянется. По низу у нас юбка идет с вставками из серебряной плащевой ткани. Тоже можно сказать, как сосульки такие. Вот так вот выглядит. Юбка довольно пышная. Она уже также идет с подъюбником. Посмотрите, подъюбник из сеточки идет. Вот такой вот. Она уже и так довольно объемная смотрится. То есть вы можете данный костюм носить и без подъюбника, потому что уже есть подъюбник. То есть тот белый может и не пригодиться. Она и так будет пышная. Но если вы хотите более пышный вариант, то, конечно же, одевайте подъюбник. И у нас получается вот так, что юбка вот эта. Наверх одеваешь вот так вот кофточку. И поверх юбки вот эта вот белая сеточка, она как раз вот так вот наслаивается на юбку. Вот если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.